Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. В сегодняшнем видео я хочу показать, как в социальной сети Клеостра ставить без вложений рекламу. Абсолютно без вложений. И знаете, что отсюда идут партнеры, идут рефералы. Так? Ну, для начала я что хочу сделать? Опубликую пост. Сегодня я записала видео, зашла в новый проект. Там, где у меня? Сейчас я найду, запуталась. Так, опубликую текст. Ставлю заголовок. Мой заголовок. Далее прикрепить картинку. Можно. Здесь вот картиночки. На бесплатной основе здесь дается определенное количество картинок, друзья. Их потом можно как бы удалить. Мы как бы загружаем картиночку. Сейчас я вот загружу картинку. Вот. И потом ее мы можем удалить. Вот я загрузила. Сейчас она встанет. Когда много картинок, я не знаю, какое количество, а тут как бы выйдет окошко, будет написано, что купите VIP, ваш лимит на картинки исчерпан. И чтобы без вложений, как бы, вот у меня картинка, можно удалять эти картиночки. Теперь я публикую «Отправить». Я отправила свой пост, ставлю себе лайк, и вот здесь нажимаю «Уведомления». И что? Объявление. Сейчас мой пост появится в объявлении. Понимаете? Ну, на первом месте VIP-пользователи, как всегда. И вот эти мои потом объявления, они все ниже, 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 как бы, да, опускаются. И потом по новой. Вот. Далее, как удалять картинки. Нажимаю вот главное меню. И мы тут ищем «Мои фото». Нажимаем «Мои фото». И, пожалуйста, можно удалять. Нажимаем вот сюда на крестик. И можно удалить любое фото. Как бы я здесь уже много всего поудаляла. Но загрузить не составит труда. Далее что? Давайте я покажу, как я буду сейчас размещать рекламку. Вот видите баннер? Вот это от этой соцсети. У меня установлено расширение, и мне тут ежедневно капают бонусы. Вот у меня 2885 бонусов. Нажимаю «Заказать рекламку». И вот моя реклама, как мы видим. Я ставлю клики. Нажимаю «Добавить», «Перейти». Сюда я пишу заголовок. Пишем. У меня здесь все подготовлено. Так, не сюда. Так, сейчас я напишу. PR бонус. Копирую. Так, вот сюда. Заголовок. PR бонус. Далее. Пишу новинка. Содержание. Это новинка и вход от 11 рублей. Сюда ставлю ссылочку реферальную. Регистрация. Далее можно загружать фото. Если нет фото, можно без фотографии. Значит, нажимаю «Загрузить фото». Тут баннеры, друзья, не подойдут. Здесь надо делать как бы фотоскрин как-нибудь. Так, где моя? Вот оно. И сейчас мое фото появится.
И здесь можно его отредактировать. Если вас все устраивает, то можно оставить как есть. Как вы видите, здесь можно перетянуть. Я нажимаю «Сохранить». И вот моя фотография. Так, что я дальше делаю? Содержание. Так, это я все написала. Если я нажму на фото, меня перебросит как бы на мой проект, то, что я рекламлю. Так, пол, возраст, от и до, это любой. Далее, здесь я что выбираю? Выбрать существующую папку, создать новую папку. Можно новую, можно существующую. Тут у меня без разницы. Давайте я новую создам, пусть будет. Далее нажимаю «Создать объявление». И вот мое объявление. Вот моя рекламка. Написано «Остановлено», так как она еще не в работе. Далее что я делаю? Нажимаю вот на этот плюсик зелененький. И что мне здесь? Способ пополнения. Нужно пополнить. Можно коинтами, можно бонусами. Я коинты не трогаю, так как они мне еще пригодятся здесь. Я беру бонусы. Значит, и вид баланса. Можно клики делать. Клики — это вот сюда. Нажимаю «Перейти», и меня перебросит на рекламируемый сайт, если он меня зацепил. Или просто показы. Показы, они дешевле и больше. Здесь за 1000 показов 50 бонусов. Но вот меня не устраивают показы, потому что, ну что, вот мне, например, не интересен этот проект, я на него кликать не буду. Ну, прошел и прошел. На крестик нажму и все. А клики, клики, если человека зацепил проект, и он нажимает «Перейти». Понимаете, да, меня? И вот сейчас будет как бы реклама, ну, кто вот как бы загружал. И человек перейдет по моей рекламке. Значит, я оставляю клики. И что у меня? Укажите количество кликов. 10 кликов, 50 бонусов. 100 кликов. Это будет более чем, поверьте, достаточно. Потому что не каждый и пойдет. Может, кому-то не понравится. Итого к оплате это 500 бонусов. У меня бонусов 2889 бонусов. Нажимаю «Пополнить». И все. И вот моя как бы статистика, информация, объявление, заголовок, текст, пейер бонус. Вот он показан. Новинка, вход от 11 рублей. Вот так будет выглядеть моя картинка. Вот здесь сбоку, да, я вам показывала. Статус «Запущено». Рекламная папка «Сегодня». Все. Как бы 100 кликов, 500 бонусов. Всего показов один. Показы мне это не засчитываются. Вот видите, кликай. Человек увидит вот, вот такую вот мою рекламку. Если его зацепит, он нажмет «Перейти». Вот это называется клики. Вот. Чтобы было все эффективно. Понимаете? Мне не надо вот эти показы. Потому что здесь у меня очень много рекламы. И я не на каждый кликаю. Так, далее что? Это я показала. Моя страница. Меня многие спрашивают, где я беру рефералов. И как бы возмущаются, зарегуются в проекте и ждут переливы. Друзья, я работаю, у меня много социальных сетей. Я постоянно рекламлю свои проекты. Я не говорю про буксы. У меня очень много буксов. Я также в буксах делаю рекламу. Но у меня, во-первых, на Facebook страничка. Вот такая же страничка у меня вот на Facebook. Вся вот моя реклама, что здесь. Далее, у меня создано как бы на Facebook 3 рекламных группы, где люди могут рекламить свои проекты. Также я делюсь
своими рекламными, ну, как бы своими проектами. Вот здесь вот у меня как бы пост выложен, вот видео я поделилась. Это один канал, и вот это вот я сейчас выложу, как я делаю. Загружаю опять фотографию. Я лично спамом не занимаюсь и лично, как бы это сказать, с личными сообщениями, да, я никому ничего не навязываю. Я выкладываю все на свою страничку. И вот это все появляется в новостях у моих друзей. То, что у меня друзья, да, вот у меня 1993 друга и 337 подписчиков. Вот это моя публикация, что я сейчас опубликовала. Она в новостях появится как бы вот у моих друзей. Это в каждый как бы... Вот видите, кто-то уже 3 лайка поставил, 8 просмотров. Да? Вот, люди интересуются, люди переходят отсюда. Как бы и партнеры, если им их зацепит проект, да? Далее, у меня есть Google группа. У меня на данный момент 48 участников. Я никого, опять же таки, друзья, насильно не добавляла. У меня вот здесь можно добавление, а есть приглашение. Я рассылала приглашение. Вот. А человек уже сам разрешить ему, не разрешить. Видите, разрешено. Значит, человек согласился. Ему надо это. Далее что? Я опубликовала уже, и как выглядит моя рекламка. Вот, моя реклама, я разместила, как бы отправила 48 партнеров у меня в Google группе. Вот моя рекламка. Вот такую получат, вот получили уже. Естественно, я сама себе как бы получаю эту рекламку. Здесь можно, вот у меня как бы и регистрация, видео можно просмотреть. Нажимаем на вот три кнопочки. И вот здесь у меня все четко написано. Вы получили это сообщение, поскольку подписаны на группу. Чтобы отменить подписку на эту группу и больше не получать от нее сообщений, нажмете вот на эту ссылочку, вы отпишетесь. Никто вас насильно здесь не держит. А чтобы посмотреть обсуждение, можно нажать вот сюда, на эту ссылочку. Так? Или же пройти по ссылочкам. Вот таким вот образом я рекламлю свои проекты, друзья. Я работаю, у меня каждая копейка, каждый цент честно отработан. Я никому не навязываю свои проекты. Я делюсь с вами информацией, где я лично сама принимаю участие, я зарабатываю, и у меня есть доход. У меня есть результаты. Я не отношусь к онлайн-бизнесу как к основной работе. Это, ну как, мое увлечение, мое хобби. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Это просто мой дополнительный заработок. Я никому ничего никогда не навязываю. Хочет человек, зарегистрируется. Но не хочет, пройдите мимо, будут другие проекты. Я еще ни одному своему пригласителю, реферу, вышестоящему спонсору, не пожаловалась. Вот у тебя много рефералов, у тебя такой большой доход, а у меня нет рефералов. Да я бы со стыда сгорела. Честное слово. Я работаю, у меня много социальных сетей, некоторые социальные сети закрываются. Ну, закрываются, другие открываются. Вот. Вот таким вот образом я приглашаю. У меня 4 YouTube канала. Реклама тоже, друзья, некоторая стоит денег, но вот здесь вот без вложений можно вот работать и рекламить. Также у меня вот соцсеть есть. Сейчас покажу вам. Вот новая соцсеть. Здесь я также рекламлю свои проекты. Контакт закрою. У меня на Facebook более 3000 друзей. Представляете? И я, ну, как бы делюсь
тоже постом, и вот эти все 3000 человек, они в новостной ленте получают, как бы у них есть моя как бы реклама. Здесь я тоже так сейчас и скопирую. Вот тоже моя соцсеть. Все ссылочки будут, друзья, в описании под видео. Зачем я буду кому-то что-то навязывать, и я золотые горы не обещаю. И вот сейчас я отправлю. Отправить. Пожалуйста, мой пост появился. Здесь еще за нашу активность как бы нам начисляют как бы монетки. Вот у меня пункты нам начисляют. 210 монет вот у меня. И вот я иду, ставлю лайки. Ну, это мой пост. Видите, в новостной ленте. И все мои друзья, они получают как бы тоже в новостной ленте. Вот я иду и по порядочку ставлю лайки. Возможно, кстати, я вот здесь тоже, бывает, меня что-то заинтересует. Я перехожу по ссылочке и смотрю. Вот. Кто что вот. Видите, ставлю лайки. И здесь вот начисляют вот монетки такие. Вот, ну, в принципе, на этом все. Надеюсь, моя информация по Калиостре была вам полезна. Как размещать рекламку без вложений абсолютно. Установить расширение. И, пожалуйста, как зарабатывать вот эти... Что у нас там? Коинты. Я вам показывала. Их можно здесь без конца кликать. И нам идут. Вот видите, кошелек. Сразу у меня начислилась монетка. И вот я здесь кликала. У меня 0.32 коинта. Тут 0.29, 0.27. Как бы тоже собираю помаленечку. Но, тем не менее, без вложений. И вот кто-то мне оставил сообщение. Пожалуйста. И также я сообщение прочту. Я могу вот, вот этой тетеньке, сейчас вот она мне прочитана. Могу отправить сообщение. Ввожу. Так, код с картинки 06349. Нажимаю отправить. И, пожалуйста, вот мое сообщение, как бы я и отправила. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.